Сегодня в Тюмени стартовал новый проект российского движения школьников «Медиашкола». Он направлен на то, чтобы помочь подросткам в создании и развитии пресс-центров в своих учебных заведениях, где они будут готовить новости о жизни школы и размещать их, к примеру, в интернете. Первое общее занятие прошло в 32-й школе. В нем приняли участие около 80 подростков. Почти у всех из них в школах уже есть медиагруппы. Мы открыли для себя новые возможности и уже планируем что-то сделать, то есть поработать с видео, с газетой и с радио. То есть именно нацелены сейчас на радио, потому что есть ресурсы, позволяющие это сделать.